Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Сердечно поздравляем с великим светлым праздником Рождества Христова. Рождество – это светлый праздник, в котором мы вспоминаем пришествие в мир Спасителя. Замечательные слова есть в Священном Писании. «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Свет Рождества, то есть свет, который пришел в мир через рождение Господа и Спасителя нашего, какие только силы не работали на протяжении этих 2000 лет, чтобы этот свет заглушить. Перечислить невозможно, а он продолжает светить. Он светил во времена римского рабства, он светил во времена очень непростого бытия Византии, он светил во времена татаро-монгольского ига, во времена расцвета Российской империи. Он светил во времена гонений на русскую церковь в 20 веке. Он будет светить до конца. Дай Бог, чтобы мы всегда были на стороне света. Потому что если присутствует свет, то присутствует и тьма. И от человека зависит, на чьей стороне он будет. Поэтому церковь и молится, чтобы народ наш оставался на стороне света. Несмотря на все эти искушения, соблазны, на весь разрушающий душу информационный поток, который сегодня обращен на человека, чтобы люди оставались свободными видеть свет и оставаться на стороне света. Будущее Кузбасса – это наше общее дело. Если мы будем солидарны в осуществлении этого общего дела, если у нас будут ясные цели, то, что мы хотим блага для своего региона. Хотим, чтобы Кузбасс был процветающий, с развитой экономикой, самодостаточный. Значит, мы должны солидарно мыслить и солидарно действовать. Поэтому идея солидарного общества сегодня является очень важной идеей, в отношении которой серьезно работает Православная Церковь в Шахтерском крае. Поэтому нам всем нужно работать для того, чтобы формировать личность, способную быть солидарной с другими окружающими людьми, особенно в нашем общем движении вперед. Праздник Рождества Христова – прекрасная возможность явить свои лучшие человеческие качества, подарить радость и любовь людям. Даже малые дела способны сделать этот мир и светлее, и добрее. Это по силам каждому из нас, потому что с нами Бог.
Пусть же Рождество Христово вдохновляет вас на добрые дела. Пусть благословение и помощь родившегося Спасителя пребывает с нами на всех путях земной жизни. Праздником! «25 декабря храм в честь святителя Спиридона Тримифунского при областном онкодиспансере второй раз отметил свой престольный праздник. Как принято в день рождения, хозяин, настоятель Алексей Курлюта, пригласил в свой дом множество гостей, среди которых благочинный Беловского церковного округа митрофорный протоиерей Петр Гутович, который и совершил божественную литургию в сослужении клириков Кемеровской епархии». Священнослужители помолились о монашествующих, прихожанах, благоустроителях и благоукрасителях храма. Служба, с одной стороны, получилась очень торжественной, а с другой – по-домашнему уютной. В частности, потому, что молились в этот день соборно, и оттого ощущение праздника наполняло каждый уголок церкви. После причастия все присутствующие приняли участие в праздничном крестном ходе с молитвами и окроплением верующих святой водой. Господу помолим сердцем всем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По окончании крестного хода священнослужители совершили славление перед образом святителя Спиридона, после чего протоиерей Петр Гутович обратился к присутствующим с поздравлениями и пастырским словом. Мы понимаем, что великую помощь являет нам этот дивный святитель, которого ныне почитаете вы, почитая Святая Церковь. Еще в Ветхом Завете премудрый Соломон сказал такие слова: «Память вечную будет праведной». И есть имена, которые не стираются в памяти людей временем. Это имена святых угодников Божьих, среди которых мы поминаем сегодня имя этого великого чудотворца Спиридона Тримифунского, который жил в то время, когда был и святитель Николай. И как мы знаем из жития, что он участвовал в Первом Вселенском соборе, что он был ревнителем апостольской православной веры, он был защитником веры и дает нам пример для того, чтобы мы в своей жизни подражали святым угодникам Божьим. Настоятель, отец Алексей Курлюта, поблагодарил благочинного за совместную молитву в торжественный день и поздравил прихожан с главным праздником храма. Календарного года – время подведения итогов, и по уже сложившейся традиции сегодня мы расскажем о том, что Кемеровской епархии удалось осуществить за прошедшие 12 месяцев. Обо всем подробно прямо сейчас. Девиз начала года для отдела образования «Наши в столице». В январе в рамках рождественских чтений в Храме Христа Спасителя наградили финалистов конкурса «За нравственный подвиг учителя», среди которых две представительницы Кузбасса. Марина Картава из Центра развития творчества детей и юношества Березовского стала лауреатом второй степени за работу «Достучаться до сердец». А в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» лучшим стал проект Панфиловской средней школы «Русь Златоглавая» во главе замдиректора
директора Натальи Копотиловой. Образованные и талантливые взрослые получаются тогда, когда их развитием занимаются с детства. И это одна из главных задач отдела. Ее воплощением в феврале стал региональный этап Олимпиады школьников по УПК, который прошел в центре «Сибирская сказка». «Русь святая, храни веру православную» – эту установку победители муниципальных туров со всего Кузбасса ребята с 5 по 11 класс выполняют на все 100. Уже в марте наши дети подтвердили, что они не только умные, но и талантливые. 26 числа в Музее истории православия на земле Кузнецкой победители конкурса «Красота Божьего мира 2018» наградили грамотами, дипломами и книгами, после чего провели экскурсию по Знаменскому соборному комплексу. Для тех, кто не успел показать, каким лично он видит Божий мир, случай представился уже в августе, когда был объявлен следующий конкурс. Региональные итоги 2019 сотрудники отдела образования подвели в октябре. На объявленную тему «Великая победа. Наследие и наследники» откликнулось несколько десятков юных творцов из разных уголков Кузбасса. Теперь победители, чьи работы отправили на суд жюри в Москву, ждут часа Х. Отдельно в теме образования расскажем о работе кафедры теологии и религиоведения, открытой в КемГИК 5 лет назад. Напомним, кафедра занимается подготовкой будущих теологов по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня здесь обучается 45 студентов-теологов. 8 февраля в ВУЗе прошла защита дипломных работ 12 студентов-заочников бакалавриата по направлению подготовки теология, профиля «Культура православия». А две недели спустя первым выпускникам кафедры в торжественной обстановке вручили дипломы. Одним из самых ярких событий года, без сомнения, стали 21-е иоанновские чтения, которые стартовали в Кемерове в сентябре. Форум, который также был посвящен теме «Великая победа. Наследие и наследники», посетили несколько сотен человек, в том числе представители педагогических сообществ России и Италии. Несомненно, эта победа была чудом в истории всего мира. Потому что по всем оценкам мы должны были, наша страна, проиграть эту войну. И великое Божье чудо явилось в том, что народ, тем не менее, объединился во имя победы. И оказался через эту солидарность способным одержать победу. Самыми юными участниками Большого форума стали ученики двух православных гимназий из Кемерово и Новокузнецка. И для этого был серьезный повод. Оба учебных учреждения в эти дни принимали поздравления с десятилетием. Заместители директора по научно-методической работе православной гимназии во имя Святого Апостола Кирилла и Ольги. Работа форума уже продолжается. Весь полученный на чтениях опыт их участники адаптируют к образовательным реалиям своих учебных заведений, в том числе и православного детского сада, который был торжественно открыт в Кемерове 24 сентября. А сейчас еще об одном учебном заведении митрополии – Кузбасской православной духовной семинарии. В течение года в ее стенах проходит огромное количество самых разнообразных событий. Коротко о главных. На протяжении года здесь прошли обучение несколько групп кузбасских священнослужителей. На курсах повышения квалификации клирики обновили знания по 19 предметам, и каждая группа успешно сдала зачет по каждой из дисциплин. Священнослужителям, успешно прошедшим испытания, выдали удостоверение общецерковного образца. Важным событием в жизни семинарии стала плановая проверка, которую провел в марте учебный комитет. В течение двух дней комиссия ознакомилась с материально-технической базой, оценивала то, как учат и воспитывают семинаристов, анализировала нормативную и учебно-методическую документацию духовной школы, качество ведения делопроизводства и состояние архива. Инспекторы обратили особое внимание на умение студентов работать с электронной библиотечной системой и провели письменное тестирование по базовым дисциплинам. Гости встретились с ректором семинарии митрополитом Аристархом и обсудили с ним вопросы дальнейшего развития духовной школы.
Пасхальный визит главы митрополии в этом году запомнился тем, что после божественной литургии в соборе Рождества Христова и встречи с семинаристами владыку Аристарха пригласили на пасхальный концерт в 40-ю музыкальную школу Новокузнецка, где по окончании выступлений гость поздравил всех с праздником Пасхи и вручил юным артистам памятные подарки. В июне в духовной школе Кузбасса состоялась защита выпускных работ студентов пастырского отделения очной и заочной формы обучения, а также выпускной акт, где семинаристов напутствовали на большую взрослую жизнь. Во время защиты была организована трансляция для представителей учебного комитета Русской Православной Церкви в Москве. Первого сентября в семинарии прошли торжества, посвященные началу учебного года. Ее ректор и глава Кузбасской митрополии совершил молебен перед началом обучения и напутствовал учащихся, призвав их к ответственному подходу в получении знаний, которые будут определять пастырское служение выпускников семинарии. По окончании молебна на крыльце собора Рождества Христова была сделана традиционная общая фотография, после чего первосентябрьские мероприятия продолжились торжественным актом. Ректор провел встречу с педагогами и семинаристами. На память о поступлении митрополит Аристарх вручил каждому первокурснику Библию. На православных богословских курсах в 2019-м произошло много значимых событий. Одно из них – аккредитация учреждения. 13 февраля в Андреевском монастыре Москвы прошло заседание межведомственной комиссии при учебном комитете Русской Православной Церкви, на котором наша заявка на получение церковной аккредитации получила положительное решение. Теперь документы об окончании православных богословских курсов, выданные в Кемерове, действительны на всей канонической территории РПЦ. Обзорные курсы и основы православного вероучения, подготовка катехизаторов и миссионеров и школопсаломщиков, древнегреческие и церковнославянские языки, чтецы и агеология. В этом учебном году на разные направления курсов со всей митрополии поступило 378 человек. В выпускном акте 2019-го приняло участие 200 выпускников, среди которых 10 с весьма востребованной квалификацией – социальный работник. День выпуска получился уютным и очень сердечным. Еще одна новость. С октября 2019-го на ПБК организуется сетевое обучение преподавателей богословских дисциплин, всего 21 человек, в рамках сотрудничества с Кузбасским региональным институтом развития профобразования. По итогам освоения программы будет выдаваться диплом государственного образца о профессиональной переподготовке по направлению теология, методика преподавания теологических дисциплин, наличие которого позволит вести преподавательскую деятельность в сфере общего, профессионального и дополнительного образования в школах, техникумах, на богословских курсах, домах творчества и так далее. Одно из направлений работы курсов – преподавание для заключенных. Спецкурс в формате встреч со священником в прошлом учебном году окончили 178 человек. Сейчас по всей области учатся еще 380. За год педагоги и слушатели православных богословских курсов прожили большую насыщенную жизнь. Встречи с интересными людьми, паломнические поездки, проведение православной гостиной на самые разные темы – далеко не полный перечень событий, которыми была наполнена жизнь курсов в 2019-м. Уважаемые телезрители! Каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня все. Увидимся через неделю.